Но сначала напомним, о чем идет речь. Вот мост в районе 102-го дома по улице Володарского. Его состояние, мягко сказать, шокирует. Материал об этом мы делали трижды, надеясь, что власти наконец обратят внимание. А 9 июня написали официальный запрос в управление городского хозяйства. Ответ пришел. Оказывается, еще 25 мая администрация города знала о проблеме жителей этого микрорайона и даже создала целую комиссию по обследованию этой конструкции. Его Результатом стало постановление за подписью главы, цитирую: в связи с неудовлетворительным состоянием, большим износом деревянных конструкций и потерей несущей способности закрыть с 11.06.2020 движение по пешеходному мосту через реку Катлашанка. А граждан просят воздержаться от перехода по нему во избежание возможного причинения вреда здоровью. Однако оперативно. Кстати, контроль за выполнением этого постановления градоначальник оставил за собой. Но, похоже, исполнять его подчиненные не торопились. Давайте восстановим хронологию событий. Итак, первый сюжет о состоянии этого моста мы сделали 3 июня. 5 подписан документ о закрытии движения по нему. А 7 числа на нем провалилась и получила травма Людмила Чинкина. Вместе с пострадавшей женщиной спустя два дня мы повторно приехали сюда. И никакого ограждения на путепроводе не было, по словам местных жителей, оно появилось только после того, как мы придали гласности происшествия с Людмилой. И 15 июня наша камера действительно зафиксировала остатки сигнальных лент, появившихся там перед выходными. Страшно даже представить, сколько еще может быть потерпевших. Наши люди, как Людмила Чинкина, привыкли молча и стойко переносить все невзгоды. Ведь к физической боли добавится психологическая, когда разные службы начинают долго и упорно гонять себя по инстанциям. В итоге найти виновного так и не получается. Найти виновного, а точнее владельца этого моста не получилось и у нас. В ответе на запрос управление городского хозяйства сообщает, деревянный мост в районе 102-го дома по улице Володарского не числится в реестре муниципального имущества. И на баланс службы благоустройства не передавался. При этом последняя исправно и ежегодно проводит осмотр деревянных мостков при необходимости даже с заменой дощатого настила. Последние работы на этом мосту проводились 8 июля 2019 года. Несмотря на то, что мост городу не принадлежит от его ремонта, администрация не отказывается и сообщает, что ей уже отправлена заявка Министерства транспорта Архангельской области на выделение средств из регионального бюджета. Требуется ни много ни мало 680 тысяч рублей. Однако недешево. Опытные строители говорят, на эту сумму они могут построить добротный деревянный дом в два этажа примерно в 100 квадратов. В стоимость входят и материалы, и работа. А это фундамент, брус, кровля, полы и потолки. Поэтому так хочется спросить, может кто отремонтирует мост дешевле? Кстати, в комментариях к одному из наших сюжетов про этот мост был такой вопрос. А самим жителям лень это сделать? Думается, нет. Наши жители могут и мост отремонтировать, и город прибрать, и клумбы высадить, и дорогу подлатать, как-то бабушка, помните, в барках. Ремонт! Только вопрос. Зачем тогда мы содержим администрацию города и муниципальную службу благоустройства? Чем заниматься будут они, если котлаша возьмут все на себя? И еще. До тех пор, пока мост не отремонтирован, управа предлагает жителям выбирать альтернативные маршруты. Например, ходить через другой переход на Багратиона 45. Чиновники считают, что это займет не более пяти минут. Жители БПК говорят другое. Не меньше десяти минут бодрым шагом. В любом случае, до ремонта это, похоже, наиболее безопасный вариант. Елена Кермич, Код Ньюс.